И еще раз о стоимости проезда. Напомню, что теперь при безналичной оплате поездка стоит на 4 рубля дешевле. Оплатить поездку со скидкой можно с помощью карты ЕТК или Сберкарты, на которой установлено специальное приложение. Такие карты продавались давно, и многие горожане эту услугу успешно пользовались. Еще 2 недели назад их можно было спокойно купить, например, в троллейбусной и диспетчерской, что на вокзале. Но, как обычно бывает, многие опомнились только в день, когда изменились тарифы. С утра у офиса ЕТК собрались порядка 30 человек. Эти фотографии опубликованы на форуме «На связи». Многие говорили, что и в офисах Сбербанка с утра не было карт оплаты. Их подвезли только после обеда.